приехал на неизвестную точку. Точнее, куда примерно я, конечно, знаю. Ну, что здесь, как здесь, хрен его знает. Привет всем, как говорится. Вот мне, блин, не спится. Но хочется мне открыть новый сезон по неизвестным местам. Все, кстати, пятна аппетита. Ой, уехала сегодня опять черти куда, за 50 километров от дома. Время нынче. Можно было чуть пораньше приехать, 7:53. Уже рассвело. Заехал в поле. Немножко не доехала сегодня, чуть-чуть НАТО границ, километров там, может быть, 10, наверное, чуть меньше. Там у нас Польша, недалеко граница. Будем ходить сегодня по этим местам, не знаю, что я увижу. Как говорится, если это видео смотрите, значит, я, возможно, что-то нашел. Места, в принципе, перспективные, ну, хотя бы косулечек я, наверное, все-таки найду. Без ружья я. Ой, колбаска упала. Ой. Да ё-моё. Чё, блядь, колбаска-то падает. Моё ружье сегодня будет камера. Поэтому, что я им сшутаю, то вы, как говорится, и увидите. Вот. Место красиво. Погода, правда, бляха-муха, ё-моё, вообще. Вообще не айс. Дождик мелкий капает, для съемки не очень. Ну, такая чуть-чуть холмистая местность, как говорится, увидите. Наверное, было бы солнышко, было бы классно. А так, ну, прогуляюсь хоть, а Лондейл дома сидеть. Охота закончилась, чумных кабанов у нас подстреляли, кого могли, больше не дают. Поэтому увидимся. Погнали. А я немножко перекушу, то не завтракал. Птички поют. Видишь, что-нибудь найду. Хорошо. Хоть ветра нет. Зашибись.
50, не меньше. Есть, согласен. Я вам, наверное, немножко мешаю. Но я в поле стою, в чистом, посередине прям, как всегда. Что, будем пробовать подходить ближе? Штучки. Попробуем подойти поближе. Чувствует, что что-то в поле есть такое опасное. Ну, в мою сторону смотрит. Разложусь, поближе сделаю. Подойти к ним очень близко будет невозможно, скажем так, мягко скажем, на них метров 100.
120, наверное. Их четверо. И каждый по очереди в мою сторону смотрит. Продолжаем приближаться. Действовать надо. И прийти не останавливаться. Когда они меня заходят. Иду медленно. Не слушаю. Открыли на низком старте. Сколько недалеко. Камера, конечно, не передает вообще. Все. Решили, что хватит.
снежочек начал. Их отпускаем. Первая четверочка есть. Как говорится, погнали искать дальше. О, чистое поле стою, просто подошел. В принципе, недалеко. Ну, на выстрел с карабина это вообще железно. Ну, сейчас не сезон, никто не пугает, они не пугливые. Дают в поле подойти. Главное, с южной стороны дойти по ветру. Точнее, чтобы ветер был в лицо, тогда будет все отлично. Сейчас пойду. Там стоит поле за терезочку. Посмотрим, что там он нам даст. Давайте, убегайте. Хотят убегать. Ладно, фиг с вами. Давайте бегом, 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 бегите, бегите. Убегайте, убегайте. Беложопые. Тык-дым, 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 тык-дымские кони. И в лесочек. До свидания. Так, чтобы там убежали косули у нас, тут перелесочек. Так, чтобы было понятно, откуда я вел пленку. Они продолжили сюда. Тупо вот я вот в поле здесь стоял. Как хрен на плющике. И сейчас я его так краем обойду. И зайду в перелесочек на другое поле. Перелесочек — это старая немецкая дорога. Идет к какому-то, наверное, разрушенному замку. Тут их хватает, или хуторов. То есть у замка основательными зубами. А мы сейчас выйдем на это поле и поглядим, кто у нас тут есть. Не знаю, слышно вам или нет, но весна чувствуется, птички начинают распеваться. Красота. Когда места неизвестные, то никогда неизвестно, куда попадешь. Ну, приходится... О, бля, фига себе. Речки форсировать местами. Попки. Блин. Вроде я дно вижу, вон 5 сантиметров. А там слой, бля, ну какая-то трясина, блин. Хрен пройдешь. Через лес, через ручей, через болото. Опять их, наверное, встретил.
Только что поднял две лисички сзади. На полях ничего не нашел. Косулек те же самых поснимал. Сейчас попробуем пройти вон тем бугром. Посмотреть, что им. Хочется кабанчика найти, но скорее всего в этот сезон, наверное, кабанчиками в этом районе будет туговато. Ну, что ж, поищем. Поищем. Вдруг. Туристы, охотники, явно не рыболовы. Кто-то с ночевкой ходит, ездит с палатками на озеро. Здесь озера никакого нет нигде. Есть только поля и старая дубовая аллея. Но народ запасливый, все готовится, приезжает. Дровишки тут у них заготовлены. Скамеечка одна, столик, еще скамеечка и навесик. Тентик натянул и жди. Не знаю кого, наверное, за зверька ходит. Хотя, может, я просто так приезжаю водки попить. На меня что-то пока никого. Поля травлю. А, тишина. Ну, попробуем здесь походить, раз здесь соседочка такая интересная. Немножко собес молодой. Походу, сегодня я наснимался. К сожалению, когда козлика снимал, зум туда-сюда, что-то в камере заклинило. И капец. Узлик там сейчас стоит, даже бинокль видно его. На камеру, естественно, на мобильник будет не видно. Я отошел от машины на 10. Фокусировки нету. Посмотрю. Километра. Ладно, что же делать нечего. Охота есть охота, пусть и неволе, пусть и видео. Стою в поле, камера не работает основная, поэтому сейчас закругляюсь и идем домой. Точнее, идем к машине. Что делать? Делать нечего. Какая-то мелкая похоронена была немка. Зародилась и умерла через 3 месяца. Но могилку разграбили. Ну, как и большинство могил у нас в области. Здесь такой большой пуп, скажем так,
с огромными дубами. Но то ли замок здесь был, то ли... Ну, конечно, замок. На холмах такие замки обычно стояли. Озеро небольшенькое по периметру. Ну и там у подножья с той стороны, не буду показывать, там все перекопано копателями. Вот. Это была могилка. Остатки еще. Остатки от могилки. Ну и везде валяются камни. Это все фундамент для дома. Большие немцы фундаменты делали. Каменные. Ну и все тут. В ямках. Ямки, ямки, везде ямки. Все перекопано. А косульки бегают по периметру. Пока шел, еще одну увидел. Но камеры уже нет нормальной. Ладно, пошли дальше до машин. Че, дошел до машины. Несмотря на поломку камеры, надеюсь, что кино какое-то получится. Сегодня у нас 17 февраля. Еще раз приятного аппетита, если вы, как и я, сейчас восстанавливаете силы или набираетесь. То как. Ой, хорошо, допустим, чаек сладенький. Еще 17 февраля. Сейчас доеду до работы, смонтирую. Наверное, сегодня же не выложу. Если тема интересная, уже в прошлом году как бы, ну, что-то получилось снять, что-то нет, наверное. Вот. Ну, ролики набрали просмотров не очень много. Вот. Но если тема это будет интересная, как говорится, как и с серыми, милости просим, я не откажусь на поддержку, хотя бы на бензин. Потому что поездка на Патриоте туда-сюда, это минимум рублей 500-600 на топливо. У меня вся весь сериал по неизвестным местам прошлый сезон столько не заработал. Хотя там вообще классно было. Такие кадры. Мне так показалось, что местами даже неплохо получилось. Поэтому надеюсь на поддержку. Если активность будет, продолжу. Места здесь походить еще есть. Полно. Мне нравится. Надеюсь и вам. Поэтому надеюсь на продолжение. Как говорится, до новых встреч. Удачи. Ах, хорошо.